Донецкие ополченцы сегодня сообщают о том, что украинские силовики начинают военные учения вблизи линии соприкосновения. Как заявили в Минобороны ДНР, маневры будут проводиться в районе города Майорск, неподалеку от Горловки. В ходе этих учений запланированы боевые стрельбы. При этом, как полагают в штабе самообороны, сохранить принятую минскими договоренностями буферную зону будет очень сложно. Кроме того, в руководстве Донецка заявили, что Киев пока так и не определил перечень районов, которые предстоит наделить особым статусом.